На основании чего ставится диагноз стоматит? Достаточно ли только осмотра ротовой полости больного? Ну, опять же, в зависимости от стоматита. Если мамочке что-то не понравилось ротовой полости, она идет к врачу и разбирается. Это может быть врач-педиатр, семейный врач, стоматолог. Может быть, мы подключаем уже аллерголога. Мы делаем мазочек на флору. Мы с вами говорили, что флора во рту меняется в зависимости от того, какой агент попал в ротовую полость, и мы с ним не справились. Поэтому мы делаем бак-посев из зева и смотрим, какая флора у нас есть. Бак-посев можно со щеки. Взять ребенка, посеять на чашку Петри, посмотреть, что там вырастет. И потом уже определимся, какая флора вызвала. Если есть у нас герпес у родителей, если есть герпес на губе, значит, и по пузырькам уже можем установить диагноз. То есть на первые какие-то признаки тоже стоит обращать внимание. Безусловно. То есть на пузырьки, на какие-то язвочки. Что еще может свидетельствовать о том, что у ребенка, например, стоматит в начальной стадии? Ну, ребенок может капризничать, температура может быть, а может и не быть ее. Бывает сухость слизистая во рту, а потом стенотечение обильное. Мама, которая находится со своим ребенком долгое время, которая знает своего ребенка, она подмечает, что с ребенком что-то не так. И она начинает смотреть, что не так у ребеночка. Если ребенок умеет общаться, он говорит, что не так. Если это маленький ребенок, значит, мама смотрит, что может болеть: ушки, носик, горлышко, поэтому мама везде заглядывает, смотрит, что не так. Вы сказали о том, что температура может быть, а может не быть. Вот у моего ребенка, например, был когда-то стоматит, и температура резко поднялась до 40 градусов. Может быть, конечно. То есть может быть повышение до таких высоких может размеров? Быть, может быть, до очень высоких цифр, если это герпевирусная инфекция. Если это вирусная инфекция, то если на фоне ветрянки, и ветрянки обширны, то может поражаться слизистая оболочка. Может быть, бессимптомно. Значит, в зависимости от того, что мы видим, значит, мы вырабатываем тактику. Слизистая сухая — напоить ребенка. Болит, что там какое-то высыпание, значит, нужно снять боль этому ребенку. По симптомам мы смотрим, что там у нас возникает, поэтому боремся. Высокая температура, значит, можно ректальную свечку поставить, можно дать ребенку что-то выпить, можно обтирать тело, чтобы быстрее ушло, можно сделать клизму ребенку, и уйдет вода, и уйдет температура. А сколько может держаться такая температура? Ну, от 4 до 7 дней может держаться температура, в зависимости от того, какая инфекция. Если это вирусная инфекция, то может долго. Если это ветрянка, пока ветрянка несколько дней дает температуру, то у нас может протекать температура вот на высоких цифрах, на низких цифрах, на 37 с хвостиком, либо это 40. Противовирусная терапия, если это герпевирусная инфекция, значит, противовирусная терапия. Если это бактериальные этиологии мы выяснили, значит, мы даем антибиотики ребенку, даем антисептики ребенку. То есть это решает уже не мамочка, это решает врач. Тактику, как, что нам делать с этим ребеночком. Иногда родители, не имеющие медицинского образования, могут перепутать стоматит и ангину, потому что и в том случае у ребенка есть налет на миндалинах, налет на небе. Как правильно дифференцировать эти заболевания, при том, что и то заболевание может протекать с температурой? Значит, здесь состояние может начаться, изменение состояния ребенка, вернее, со стоматита. Потом ребенок, с вами говорили, если мы не вовремя начали его лечить, клиника усугубляется, ребенок не может ответить на то, что плавает, летает в воздухе, у него получается ангина. Либо начинается у ребеночка ангина, организм ослаблен, слизистая не срабатывает, и у ребенка появляется стоматит. Здесь вам помощник только доктор, мама не может определить по высыпаниям. Доктор посмотрит, он определит высыпание на миндалинный характер высыпания и на слизистой оболочке полости рта. Их можно отличить, но человеку не следующему это сложно сделать. Очень важно правильно диагностировать стоматит, потому что ангина и стоматит лечатся по-разному. Да, но здесь у нас получается, что это уже будет бактериальный стоматит, инфекция полости рта. Здесь у нас подход будет, как инфекция полости рта, вызванная бактериями, либо чужеродными, либо в большом проценте, которые находятся в ротовой полости, а их процент должен быть меньше в норме. Поэтому здесь тактика идет уже как бактериальной инфекции. Что делать, если язвочки, которые появились во рту при стоматите, начинают кровоточить? Значит, мы должны обработать их перекисью водорода обязательно и потом смазывать, допустим, катамаса, облепиха, чтобы более нежная структура слизистая была, чтобы они не кровоточили дальше. Чтобы они не кровоточили и затянулись. Безусловно, да. И надо очень много пить. И после, да, если ребенок там что-то вот немножечко съел, бывает такое, что хоть немножко ребенок что-то кушает, какую-то гомогенную пищу, прополоскать полость рта, это очень важно, чтобы там ничего уже не накапливалось сверху. То есть после каждого приема пищи нужно полоскать рот? А чем полоскать рот? Можно просто водичкой, это не важно чем, его просто нужно полоскать, чтобы не было остатков пищи уже на травмированной слизистой оболочке полости рта.